Короткое видео про состояние кур. Третий день лечения. Не чихает. Вчера, позавчера Голошейке совсем было плохо. Воспалились слезные железы, протоки все забились соплями. Она уже еле-еле дышала, начала синеть, и я ей промыла нос солевым раствором. Антигистаминное дала и укольчик сделала с стилодином. Без лечения она бы уже в первый день как бы погибла. Она уже к вечеру я прихожу, она уже синюшная, я ее начинаю уже промывать, все делать, и потом только начинает розоветь, краснеть тело. Вот. Это петух, у него гребень красный стал. Вот так, индюки там растут. Все хорошо, никто не болеет. Обалдеют. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.